Всем привет, с вами Лев, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт, и сегодня я продолжаю выживание в Майнкрафте. Как ни странно, да, в принципе, вы сейчас, наверное, спросите вообще, почему я как бы начал этот летсплей снова, да, продолжать, ну, как бы я его не начинаю, продолжаю вообще, ну и начинаю именно, наверное, с версии 1.14, точнее, наверное, а начинаю с 1.14, да. Потому что я играю на 1.14, да, в принципе, просто логика зашкаливает. Короче, в принципе, я решил продолжить в этом старом мире выживать, да. И этот летсплей, который сейчас я буду продолжать, то есть уже, наверное, на 1.14, типа второго сезона, будет серии на 3-4. Вы сейчас, наверное, спросите, почему так мало и вообще зачем ты это все продолжаешь. Начну с того, зачем вот я, наверное, я это все дело продолжаю, потому что... Просто нам все хочется допройти Майнкрафт, да, в этом мире, потому что просто так все как бы кидать, это как-то не очень будет круто. Поэтому вот как-то так решил сделать. Как-то так по-умному, да, хоть и почти полгода уже прошло с последней серии, которая еще финальная была, то есть не просто какая-то там серия и неожиданно закончилась, а уже был настоящий финал. Вот как-то так, да. В принципе, кстати, давайте проверим, у меня... Да, у меня листва выпадает. Хорошо. Если что, я зачаровал Кикуна шелковое касание. У меня уже была там книжка. Вот как-то так я решил. Хорошо. В принципе, мне нужно добыть дерево или взять его дома. Хорошо, хорошо. В принципе, думаю, те, кто сейчас смотрит это видео и забыли уже, что был за летсплей вообще у меня, или просто его никогда не смотрели, то... В принципе, можете посмотреть, да, вот сейчас будет плейлист, да, весь, как бы там вообще уже больше года назад все начиналось, там уже вообще все по-другому было, видео другими были, все такое, то есть время поменялось, да, и сейчас видео стали другими, более-менее такие, да, вот как-то так, в принципе, вот та самая железная дорога, сейчас мы вернемся домой, и, короче, как-то так, да, в принципе, на самом деле я уже перезаписываю раз опять четвертый, пятый. Все достаточно просто, потому что мне реально тяжело рассказывать про это все. Даже, ну реально, то есть мне очень тяжело про это все рассказывать. Я не знаю, почему все время так получается. То есть реально, просто вот реально тяжело все это дело делать. Да, давайте лопату все это закинем. Как раз ненужное. Ну и поднимемся сюда назад. В прошлой серии, которая длилась 50 минут целых, я сделал портал в ад и немножечко зачаровал вещей. Если что, мы сейчас были в этом самом, где был спавнер скелетов, я там фармился, да, что я там делал, и вообще эта фармилка очень странно работает, там скелеты очень редко спавнятся, не знаю почему, то есть это очень странно, так не должно быть, это реально бред какой-то, решил сделать такую фармилку, видите, я там был под землей, да, и вот как-то так. Там они должны были падать, я должен их как бы был добивать, ну и получать как бы вещи. Ну, вообще, я еще ниже там копал, да, была еще ниже яма, но они там тоже не спавнились, там-то еще хотя бы была какая-то причина, а здесь вообще очень странно. Ладно, ребят, в принципе, у меня тут всякие камни, здесь мне, в принципе, делать нечего на этом этаже пока что. У меня 7-й левел, кстати. Хотя, может быть, и есть что сделать, да, если взять лазурит. Потому что там хоть что-то есть. Вот, вот, кстати, все книги, вот, которые у меня есть. Наверное, не все. Да, наверное, реально не все. Некоторые. Да-да-да. Так, хорошо. Вот, ребята, да, такое вот бывает, то есть, в принципе, вообще, когда я закончил летсплей вот этот, да, у меня уже недели через 2-3 появилось желание его продолжить. Но я просто-навсего подумал то, что, блин, я его не смогу часто записывать. Во-первых, я его закончил, потому что я очень редко его записывал. А мне неприятно, когда я, типа, ничего практически не записываю. Все стоит, как бы, очень долго. Я за кадром занимаюсь миром, он мне уже 50 миллионов раз надоел. Сейчас я... Чисто хочу допройти Майнкрафт, то есть суть этого видео будет такова, то что я просто, наверное, немножечко эндерменов поубиваю, ну, чтобы глаза получить. Кстати, нужно же... наверное, даже больше сей будет, наверное, 4-5, потому что надо же еще палочек эфиита получить. Да и плюс меня там свинозомби теперь ненавидят, потому что... Последней серии, помните, да, я ударил свинозомби и думал, что все, это конец, как бы все такое, да...
Но нет. А, да, кстати, я же делал прям полноценный финал. Я про это очень забыл. И это, наверное, сейчас будет еще глупее, потому что я продолжаю это дело. На самом деле, я хочу до выхода 1.15 хотя бы закончить этот летсплей. То есть, я просто-навсего хочу пройти Майнкрафт. Все, вся суть. Даже никакой город края мне не нужен. То есть, где всякие хоросы и все такое. У меня есть один эндерпёрл. Это вроде как единственный жемчуг у меня. Да, жемчуг эндера и все. Это, конечно, не очень хорошо. Так, хлеб. Так, ну там у меня, в принципе, делать нечего тут. Хотя, почему нечего? Блин, мне туда идти страшно, вот туда. Честно говоря. Ну, могу еще меньше сделать, кстати. Такой вот. Да. Надо тогда подготовиться. Давайте тогда вот сюда все сложим. Так, есть вот такие блоки. Всякие разные блоки я все-таки возьму. Так, еду вот столько возьму. Так, факела, ну там не особо нужно. Камень. Стрел бы побольше взять, конечно. Но это, наверное, все ниже. У меня здесь немножко отсортированы сумки, хотя не немножко, а здесь прям все отсортировано наверху, а вот здесь нет. Здесь все как попало. Да. Так, еще стрелом. Прям. Ладно, 30 стрел мне точно хватит. Короче, суть такова, то что я хочу палочек и флита повыбивать. Вообще надо для начала найти данж. Данж надо найти для начала. Ух ты, кстати, стекло можно взять. Очень хитро. Закрыться стеклом, потом их валить. Так, и лазурит. Лазурит и сундучок. Я там сундучок оставлю. Около портала. Да. Короче, сегодня у нас будет чисто война. Чисто жестко. Натягиваю арбалет, делаю звуки чуть больше, чтобы прям все слышно было. Так, и мы чаруем вообще меч для начала. Так, шахность это неплохо. 7 урона стало вместо 6. Так, вот это тоже чаруем. Опыта мало. Ой, это что-то вообще хрень какая-то. Вот это, наверное, будет немножечко помогать мне. Fire Protection. Ну, это, кстати, хорошо. От огня защищать. Любая защита от огня, это тоже очень хорошо. Думаю, вы это и так понимаете. Хорошо, я пошел. Блин, только опасно. Блин, а там, подождите. У меня там сильные зомби, они меня убить сейчас будут. Блин, это опасно. Все, я сразу. Я сейчас вылазю и прям поднимаюсь непонятно куда. Чисто. Я еле-еле сбежал от портала. Я помню, точнее, наоборот, в портал забежал еле-еле. Не знаю, как я вообще сбежать смог. Так, тихо-тихо. Наверх. Так, тихо-тихо. Пролавим все это дело. Капец, у меня, блин, все быстро ломается. Сяду сейчас немножко. Что вообще ни хера не видно. Так, главное, чтобы они на меня не упали сверху. А я уже кое-кого вижу. Добрый день. Мистер Чувачок. Только меня не трогай, пожалуйста. Блин, сейчас вы. У меня сейчас рука дернется и все. Мне кажется, тут есть некоторые агро. Агро-зомби. Это страшно. Блин, зачем? У меня рудой выпадает. Это глупо. Так, давайте немножечко вот так вот построимся. Андезитом. Хорошо. Уп. Гуляет. Нет, свинозомби, они стали подобнее. Это хорошо. Видимо, забыли то, что я как бы плохая собака. Собака плохая, да. Вот как-то так. Просто как собака, блин. Взял, начал их убить и все. Злая собака. Плохая злая собака. Короче, все, вы поняли. Так, давайте сюда. Главное, не упасть ни в какие ямы. По-моему, я здесь. А, нет, это не этот мир. Но все равно очень опасные дыры в аду. Но это не опасная дыра. Это просто дыра. А есть дыра, которую вообще заметить нельзя практически. Так, здорово, друг. Мы еще, кстати, слезу Гаста не выбивали. Да. По достижениям давайте посмотрим. Незер. Так.
Палочку, наверное, получить там написано. Зачем я вообще этот самый? Мне нужно поставить русский язык. Поставил русский язык, так будет проще, потому что, ну, реально, это очень сложно. Вот, видите, шелковое касание у меня, кстати, на кирке. Ёб твою мать, а так можно, что ли? Бляха, обосраться можно. У меня 100 FPS при записи. Охренеть. Я от этого больше офигеваю, чем от гаста. Блин, у меня сейчас скинет. Тихо. Натягиваем. Натягиваем, хорошо. Да. Я хочу, короче, новое выживание, наверное, начать в 1.15. Не знаю, конечно, не знаю. Я не буду ничего говорить. Надо хотя бы до этого летсплея пройти. А потом уже что-то говорить. Потому что могу... Может, надоесть. Там всего лишь пчелы добавили. Пчел. Ну, пока что. Так, ну ты... Ладно, я буду обычным луком бить его. Так будет проще. Блин, я его просто убил. Надо было все-таки отбить фаербол. Было бы хорошо. Так, ищем крепость. Ищем крепость. Я еще немножко отсел, чтобы как-то что-то видеть. Да. Чтобы поближе к экрану как-то. Попроще все. Так, чуть в яму опять не упал. Блин, меня больше всего пугает, это чтобы меня кто-нибудь не выстрелил и чтобы свинозомби меня не тронули случайно. Вот это, наверное, самое страшное. Да и вещи просрать как бы не очень хочется. Сами понимаете, наверное. Так, ну давайте мы пойдем вот туда. Я... Вот... Нет! Дурак. Я дурак. Ладно, вещи не просрал, я молодец. Не просрал. А, кушаю мясо, кстати, кушаю мясо. Сердечки восстанавливаются быстро. Давай, я готов. Я выжил. Боже, я просто представляю, как буду с Эфритом драться. Это надо видеть. Не смотри на меня так. Наркоман долбанный, короче. Так, где, куда? Я туда хотел пойти. Так, давайте осторожно. Видите, что происходит? Я ору, когда падаю. Логично. Так, блин, либо туда. Что-то меня туда больше тянет. Не надо. Блин, кстати, хотят же адское обновление сделать только в 1.16. Я вообще не знаю, зачем показывают в прямом эфире. И ничего не говорят. Все думают, что в 1.15, потом оказывается, что в 1.16. Бред какой-то. Да. Да и плюс еще с биомами непонятно. Кстати, кто голосовал за болотный биом? Я за болотный голосовал. На самом деле горный выиграл, там 6 или 3% разница. Вы что, издеваетесь? Какое-то место не очень. Я на самом деле хочу найти этот самый данж и хотя бы немножечко, хотя бы 3 палочки выбить для начала. Блин, я надеюсь, я путь назад найду. Чего вас так много? Они прям... Ребят, я просто обожаю эту версию. Вот эти новые версии Майнкрафта, они просто идеальны. Когда ты просто ходишь, чуть ли не на глазах спавнятся мобы. Ну, бред какой-то, ну реально. Тем более еще такими кучками, что ну нахер, как говорится, да? Так, назад побежим. Блин, еды мало теперь будет. Это плохо. Так, давайте я хотя бы мясо буду в руках держать. Потому что как-то страшновато. Можно, конечно, еще немножко светопыли забрать. Опа! Иди сюда. Бля, а если я в сына зомби фаерболом попаду? Это считается то, что я сделал? О, красиво! Есть достижение. И, возможно, даже слеза Гаста. За нее тоже дают, по-моему. О, еще один. Где слеза Гаста? Слеза Гаста. Ее нет, да? Лава какая-то страшная. Я тут спускаться, ну его нафиг не буду. Блин, надо было щит взять. Щит от эфиритов очень сильно защищает. Да. Но пока что еще не нашел, ладно, данж. Вот смотрите, откуда вы заспавнились? Вас же не было там. Ну ладно, вы-то еще ладно. Ну сколько свинозомби, это вообще страшно, жить просто. Так, опа. Поднимаемся. Ломается очень быстро. Иди сюда. Он что, как-то светится странно.
Давай-давай. Мне так даже больше нравится. Убивать вас. Так, слеза Гаста. Есть. Я ее получил. Да, за нее никакого достижения не дают, к сожалению. Я хочу к порталу вернуться. Знал бы, правда, бы, где он находится. Я его, по-моему, уже прошел. И это мне не нравится. Спросите, почему? Да потому что все-таки хочется знать, где портал твой находится. А не помирать фиг пойми где. И посевать такие хорошие вещи. А я не скажу, что они прям суперские, но именно для моего этапа выживания они очень важны. И без них будет просто хардкор. Да. Все-таки я не какой-то там про в Майнкрафте или еще что-нибудь такое. Чтоб как-то, я не знаю, без вещей вообще там играть. Да. Вот как-то так. Да. Так. Песок душ. Песок душ. Это не очень, на самом деле, мне полезно. Все равно надо найти данж. Давайте немножко назад пойдем, потому что что-то мне тут страшновато, если честно. Вот тут ниже пойду. Я не знаю просто, где находится мой портал. Да, чисто сегодня сея будет в аду, наверное. И то, что я просрал свой портал. Просрал и потерял все на свете. Может быть, вниз спуститься? Давайте вниз спустимся сейчас осторожно как-нибудь. Не ломать себе сильно ноги. Так. Ну, пока что все плохо. Мне кажется, где-то в лаве, прибас, он есть. Но пока что я... Хочу найти, я хочу хотя бы понимать, где я нахожусь, понимаете? То есть, портал, он прибас где-то здесь, может быть, вот там наверху, может быть, наоборот... Не, ниже точно он не будет. Хотя фиг его знает. Вот это забьем дело. Блин, прикиньте, было бы страшно, если бы нельзя было бы даже притрагиваться к свинозомби. А такие же мобы, ну, как бы, в всяких модах есть же. И это, наверное, очень страшно. Когда понимаешь, то, что как бы такое может быть. Дотронешься, и все, тебе капец. Убьют нафиг сразу, и все. Ну, например, типа, ты тронул свинозомби одного. Один нападает на тебя, ударил тебя, и все другие побежали. Так, а это что? А, это просто текстурка такая. Свет так падает. Мне же показать, что-то это самое. Новые блоки добавили. Да. Я же смотрел это адское обновление. Да, кстати, адское обновление же хотят добавить. Да. А, я уже говорил об этом немножко. Так, поднимаемся наверх. Так. Но здесь еще хотя бы как-то, не знаю. Есть хотя бы может быть портал. Короче, я начинал искать крепость, а сейчас все, короче, потерял в итоге, да. Мне кажется, раньше все равно было куда легче искать всякие такие вещи. А вот это место я знаю. Это туда надо бежать. Все, я, ребят, нашелся. Мистер Гаст. Мистер Гаст. Я надеюсь, это... Да, это то место. Но это не точно. Ёпта. Вроде то место, но как бы... Это... Я здесь был, но я не знаю, где... Портал выше, полюбас. Да, это страшная вещь такие. Тут опасно бегать. Так, вот сюда давайте пойдем. Лава. Нормально. Так, окей. Я, наверное, буду лучше ходить. Лучше ходить, чем потом. У меня 4 всего лишь осталось. Блин. Капец, еда летит. Это вообще жесть. Идеи его тоже нету. Сейчас себе грибной суп какой-нибудь сделать. Я нашел. Я молодец, я красавчик. Видите, вот не зря искал. Да, интуиция подсказывала то, что я достаточно недалеко нахожусь от своей базы, и так и оказалось. Хорошо, в принципе, сейчас я вернусь домой.
Чисто немножечко, я не знаю, что я сегодня сделал. Я магму добыл одну снизу гаста и все. Так, надеюсь, здесь хотя бы агриться они не будут. Это, ну, немножечко. Так, мне бы, конечно, лифт бы здесь какой-нибудь. Да ладно. Так, кушаю и телепортнемся домой сейчас. Надеюсь, точно домой, да, дом. Хорошо. 9-й уровень. О, кстати, арбалет можно зачаровать. Почему бы и нет? Я думаю, его тоже зачаровать можно. Хотя, почему нет? Пронзающая стрела, пронзающая... Давайте два. Пронзающая стрела, два. Ну, такое, типа, на самом деле. Я не за этим сюда шел. Да. Чисто такая сея у нас какая-то. Какая-то сея, блин, необычная получается. Ну, какая-то слишком странная, слишком быстрая какая-то. Все очень непонятно. Как-то стрёмная, блин. Да. Так. Поэтому, ребята, во-первых, надо щит взять. Как умный человек. И дейва. Дейва — это вообще самое важное. Так, песчаник, песок, доски. И нихера нет, ну понятно. Как обычно, в принципе. Медведцы, хорошо. Так, оп, оп, оп. Есть щит. И все. Больше ничего нет. Так. Щит это, конечно, хорошо, но нужно все равно зейва. Без зейва, как говорится, никуда. Некуда идти без него. Сундуки, кстати, полупустые все. Даже многие пустые. То есть это очень грустно. Да. Нотные блоки у меня есть. Зато ненужные. Честно говоря. Я сейчас, когда вернусь в ад, я, короче, хочу сделать каким образом? Я хочу сделать так, то, что, чтобы можно было сразу, короче, построиться к крепости. Я примерно представляю, где она находится. То есть надо просто поясовку включить, большой будет. Я просто очень мало чего взял с собой. Потому что достаточно страшно идти в ад, честно говоря, с такими вещами. Лодку возьму, почему бы и нет. Может быть, в лодку кого-нибудь получится посадить. Так, чуть-чуть дерева есть. Короче, ладно, все, погнали. Погнали. Пофиг, какая сея, будет хоть там 3 часа. Кстати, вот сразу говорю то, что вот после того, как выйдет это видео, наверное, через пару дней, точнее, наверное, точно, через пару дней я буду стримить. Даже раньше, наверное, может быть, там через дня два или даже через день. Вот как-то так. То есть, поэтому ждите. Да, я точное число не знаю, точное время не знаю, но вот такой вот чисто тестовый стрим я сделаю это точно. Так. На какую? Да, в эту сторону тоже нормально. Во-первых, я хочу сделать как? Я хочу здесь сделать, например, какую-нибудь природу. Тею, блин, сюда садить буду. Выживать здесь, выживание в аду, да, будет круто просто. Да, просто вообще лучше не бывает. Так, опа. Не иди сюда! Наркоманы, блин. Опасные чуваки, просто страшно. Ух ты, как хорошо. И сюда еще зеленый. Отлично. Так, и свет сюда. Ну и все. Берем вот это дело. А, кстати, а если в дубовую лодку едско поставить и как бы попасть, ну, как бы попытаться ее поставить, что будет? Давайте попробуем. Я думал, то, что я выжить смогу. В принципе, ну как бы нормально, да. Ну, как бы круто вообще. Да. Очень круто. Вообще, самое лучшее видео просто по выживанию. Вообще, лучше не бывает просто. Если честно, я реально думал, то, что у меня куда лучше получится этот летсплей, когда я вернусь. Да. Попытка номер два. Да чтоб тебя! Да ну нахер! Алло, погружайся. Бред какой-то. Не, сейчас будет третья попытка, а иначе придется другим способом каким-то думать. Да в смысле? Я же нажимаю! Даже нажимаю на гребаную лодку. Да что это за бред?
У меня точно... Я еще 5 попыток себе даю, короче, да, вот. Круто вообще будет. Все, давай. Опа, я ладу опять. 10-й раз уже. Я сюда все возвращаюсь. Да! Это бред просто, это бред. А как мне тогда? Мне как... Скажите мне, мне просто как там сейчас находиться? Объясните мне. 9 блоков возьму, все, погнали. Я не знаю, что там делать. Что это за бред? Высота мне казалось, что она небольшая, честно говоря. Ну, там потратится 3-2 хп останется. Ну, реально, по высоте не кажется, что прям... Настолько она прям огроменная, что вообще капец. Ёпта мать. Ну, реально, ну это бред. А почему она не садится нормально? Да бред, ну, видите? Она даже сразу не нажилась, это лодка ёбаная. Не нажалась, блин. Все, я обиделся, короче. Погнали. Делаем поясовку 10. И попробуем таким вот образом узнать, где наш, этот самый, наше дело. Так. Таким вот образом точно все хорошо видно. Во-первых, давайте мы здесь гравий. Круто. Так, давайте мы сделаем какую-нибудь дорожку такую. Даже в один яд, просто чтобы понимал то, что вот как бы здесь был я, да. Все такое. Вот таким вот образом устроиться. Да. Вот как-то так. Хорошо. Видео точно больше не получится. Это уже точно. Я уже, наверное, час где-то тут вожусь, блин. Это жесть какая-то. Так вот освещу. Блин, ну в принципе, тут как бы варианта, наверное, 3 или 2. Не надо. Иди своей дорогой, тварь. До свидания. Я спас себя. Короче, я думаю, можно еще сделать поясовку. Побольше. Прям на 16, прям вообще. Хаткор, блин, гребаный. Так, ну и где, где? И сейчас, у меня сейчас комп взорвется. Прикиньте, как не повезло. Жесть какая-то. Вообще нету. Блин, это самая, наверное, худшая генерация просто. Реально. Это грустно. Это грустно. Это очень грустно. Вот в какую сторону мне идти? Интересно. Чтоб найти то, что я хочу. Лава погружается, главное. Все такое. Ну, конечно, ребята, сейчас извините, то, что FPS будет падать. Но это как бы естественное дело. Хотя, честно, я не знаю, может быть, у меня все видео FPS мало на видео. Я не знаю, почему, кстати. Ну, вполне возможно, то, что будет такая ситуация, то, что FPS будет казаться то, что не 50, а меньше. Даже, возможно, намного меньше. Короче, ребят, я не знаю. Ну, тут два пути. Ну, типа, два таких пути, где вот прям 100% в одном из них точно что-то будет. Прям вот так вот как-то происходит. Давайте еще вот так сделаем как-нибудь. Не знаю, вот так, вот так. Вот так вот. Так. Ну, там прям 100%. Ну, там 99% то, что там все будет. А вот там... Хотя там то же самое. Блин, капец. Ладно, давайте вот так вот устроиться. Давайте сюда. Реально, это прям... Мне очень не повезло. Вот с адом, конечно, это вообще жесть. Где находится эта крепость? Фиг его пойми. Зато Гаст я нашел. Гаст это очень хорошо. Наверное. Вообще супер. Но мне пока что только на одну сторону хватит, и то... На одну сторону не хватит. Я сейчас чуть в лаву не упал. Я молодец. Круто. Да ёб твою мать! Иди нахер! Ой! Это что сейчас было? Да, он, наверное, просто не погружается Майнкрафтом, да? Вы хотите это сказать? Или вы сейчас хотите сказать то, что он просто пропал?
Мне кажется, он пропал. Да, он 100% пропал. Это бред какой-то. Дурманы нашел, фига. Круто, круто. Ну а если здесь эндермен, это может быть значит то, что здесь что-то есть, да? Или это ничего не значит? Вот там, там полюбас что-то есть. Вот я сейчас спрессовку, даже если поставлю 64, все равно результата будет 0. Потому что все равно ни хрена не получается. Ну 16 вам что, мало что ли? У меня, блин, я нашел ее. Я нашел! Нашел, ребята, я смог. Я знал то, что здесь топ. Я не буду лучше рукой бить, ну его нафиг. На самом реально, ну его нафиг, я вам честно говорю. Так, эндермена я попытаюсь убить. Почему попытаюсь? Потому что знаю я себя. Вай. Собака. Свина зомби, идите нахрен. Ну все, капец. Ёпта! Я чисто от испуга чисто убил его. Капец. Так, здесь мы сейчас сделаем вот так вот. Так, пацаны, здорово, здорово, здорово. Я вас там как бы уважаю, вы типа крутые. Так, не типа, вы крутые, да, ага. Короче, мы делаем вот что-то подобное. Здесь делаем вот это. И все. Да, и типа этот знак будет означать то, что там что-то есть, наверное. Если он... Да пошел нахер! Не ломай мою постройку, тварь! Не попало, прикинь. Отлично. Не-не-не, все, ребят, я пошел отсюда. Я пошел. Короче, суть этой серии у нас выполнена, потому что я нашел крепость в аду. Да, правда, немножко и бредом позанимался, но в принципе, как бы. Ну, в принципе, ну что, ну как бы. А каким бредом? Ну, просто я очень все медленно делал, вот и все. Да. Блин, тебя бы магма еще бы убить. Магма и этот куб. Давайте мы его вольнем. Да ты чё такой быстро, алё? Иди нафиг! На тебе! Блин! Ой-ой-ой, как страшно, не могу просто. Иди отсюда. Так, расплодились. Не, они меня сейчас 100% убьют, я вам отвечаю. Есть одна. Да, стыд. Долго натягивается. Даже маленькие, если что, бьют такие именно кубы. Поэтому надо их всех опасаться. Только не говорите то, что из такой большой только одна. Блин, капец, только одна, прикиньте. Жесть какая-то. Так. АКП блоков. Свинозомби я копать не собираюсь, если что. На будущее накопаю. Все, до свидания, пацаны, до свидания, да-да. Приятно иметь дело, все, пока. Да, я отсюда пошел, как бы, да, FPS 24. Я чуть сейчас в лаву не упал. Делаем вот так вот, и вы офигеваете от плавности, прям как я. Окей, ребят, в принципе, будем на этом заканчивать. Видео получилось достаточно большим, хотя я этого и не собирался делать. Я собирался максимум минут 20. Делать видео, но как получилось, такое бывает, как бы должны понимать. В принципе, будем дальше в следующей серии что-то делать. Не зря, кстати, блоков накопал. Это было очень умно. Да. Прям вот мне не бывает просто. Да. Так, опа, отлично. Ладно, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. Да, достаточно было неожиданно, наверное, эта серия, да. Не знаю, ну мне прям захотелось прям продолжить летсплей, да. Эта серия, может быть, не очень получилась, но потому что как бы она такая необычная была, я прям не готовился как-то особо, то есть я хоть и переснимал пару раз, но все равно, то есть как-то тяжело, то есть, ну, не знаю, тяжело реально было. Но видео хотел перед стримом записать, стрим это, наверное, будет как свое, блин, какое-то супер крутое видео, потому что... Над стримами я мучился, наверное, больше года. Ну нет, месяцев 10 я мучился со стримами.
очень долгое время, и сейчас эти мучения позади теперь, да. Я там уже сам на стриме все расскажу про это. Кстати, блин, я до сих пор не сделал видео на лайв-канале про это, про стримы. Вот там я его сделаю. Точно, все, перед стримом я сделаю видео про стримы на лайв-канале. Да, ждите. Все, всем спасибо, я там все расскажу. Пока-пока, ребят. Да, и удачи. Пока-пока.